Мама звучит гордо. В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы проходят лекции для беременных женщин. С будущими мамами беседует медицинский психолог. Квалифицированный специалист отвечает на все интересующие вопросы, а также дает советы, как справиться с волнением перед родами. Подробнее о школе будущих мам расскажет Луиза Егиазарян. Жительница городского округа Люберцы Яна Тугалукова готовится к важному событию. В конце августа она впервые станет мамой. Встреча с сыном для нее долгожданный и ответственный момент. По совету врача-гинеколога девушка стала посещать школу будущих мам. Роды – это естественный процесс все-таки. И каждая женщина проходит через это, проходила и будет проходить, естественно. Вот. И когда у тебя первые роды, ты, в принципе, не знаешь, что, как будет у тебя происходить. И эти, ну, когда ты уже направляешься, так скажем, рожать, то нужно все-таки как-то знать, что будет происходить, когда там какие-то ощущения, и как-то помогать все-таки врачу и малышу появиться на свет. Курс состоит из 4 лекций. Медицинский психолог затрагивает самые важные темы – от первых недель беременности до послеродового периода. По словам специалиста, самый актуальный вопрос беременных женщин – как справиться с волнением и страхом перед встречей с малышом. Настрой на позитив – это всегда, это по жизни каждому человеку должно помогать. Вот, это не отказываться от поддержки, но она была не прям навязчивой, чтобы не летали над тобой, как над бедным птенцом бабушки и прабабушки. Да? Но всегда поддержка от самых близких людей, от нее не отказываться, не закрываться в себе ни в коем случае, не держать страхи и тревоги внутри себя. Школа будущих мам работает с ноября прошлого года в 3-й, 6-й и 10-й поликлиниках. Ее услугами воспользовались уже несколько десятков женщин. Уточнить расписание занятий и лекций можно у участковых акушеров-гинекологов. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.